За весь этот год у нас было немало забот. Коронавирус, гречка и туалетная бумага у нас доставляли панику, как и Влад, бумага. Если кто не понял, Влад Бумага — это блогер, который делает глубокий контент, построенный на челленджи и на мной тем, что не понравится большинству взрослым. Но этот год полнейших неудач остался позади, несмотря на то, что пока ничего не изменилось, останется и так надежда у нас внутри. Надежда на все хорошее, что вряд ли сбудется. Вера в то, что едва ли случится. А что же делать, когда все не так хорошо? Naturally, of course. Надо быть весельем воодушевлен, и тогда, возможно, к ней.